Сегодня я буду готовить рыбный суп из лососевой форели. Вот такая рыбка. Сейчас я ее разрежу, сварю, потом добавлю картошку, макарончики, ну и там морковки, лучка. Вот сейчас я буду резать рыбу. Вот так я порезала уже рыбку. Сейчас я налью сюда воды. Вот, налью воды сюда. И будет вариться бульончик. Так, наливаю водички. Сейчас почищу морковку, лучок, лаврушку. Сейчас она у меня вода закипит. Ну, где-то вот так. Много варить супа не буду, потому что тут... Вот, я, наверное, поставлю сюда, на эту плиту. Так, все, пускай она закипает. Крышкой закрываю. А сейчас буду резать лук и морковку. Я снимаю видео на новой камере. Не знаю, как получится у меня. GoPro 8. Вот, уже вода у меня здесь закипела. Вот кипит рыбка у меня. Вот так. Но я ее сейчас, она покипит минут 5. Я рыбу отсюда буду вытаскивать и отделять мякоть от кости. Потому что у меня дети в этой рыбе колупаться не будут. Поэтому, как маленьким, это все надо разобрать. Кости отдельно, мякоть отдельно. Вот, нарезала уже картошку. Вот такими крупными кусочками. Вот такие у меня макарончики есть маленькие. Я туда брошу. Вот. Лук я не буду резать. Я вот так брошу целым, потому что они не любят, чтобы лук плавал в бульоне. Лук я брошу так. Он у меня сварится, я его потом просто вытащу. А морковку я вот так вот нарежу. Такими кусочками. Кольцами. Вот. Кто не любит, выловит ее, выбросит. Я морковку люблю. Вот, поэтому вот так вот нарезаю. Одна морковка, одна луковица и 3 картошки. Вот. Потом перчик, лаврушечка. И сейчас помою, у меня есть петрушка зеленая. Потом в конце брошу петрушку. Наверное, тоже целой, потому что они не любят, когда там зелень плавает. Вот так у меня. Не так, как я хочу, делаю. Ну, надо делать так, чтобы все потом ели. Вот, я забросила уже сюда в бульон картошку, морковку, вот так лук, такой 2 куска, лаврушку, посолила, поперчила. Вот, петрушечку я буду потом бросать целую, вот так не буду ее резать. А рыбку вот я вытащила, сейчас я ее... отделю от кости, от кожи, вот, и потом заброшу туда в суп. И вот такой суп у меня будет. Сейчас оно немножко сварится, потом я заброшу туда еще вот эти вот макарончики. Чуть-чуть. Вот такой супчик будет вкусный. Все, сейчас оно закипает. Немножко прокипит, потому что картошка должна свариться немного. И морковка. Они дольше варятся, чем макароны. Все, закрываю крышкой, пускай себе варится. Так, сейчас еще немножко, и я буду вытаскивать лук. Вот он почти сварился. Картошка тоже так почти сварилась, я ножом попробовала. Рыбку я вот так красивенько разобрала, я ее потом брошу в конце. Вот, косточек нету, кожи нету. Как раз для моих детей, потому что они колупаться в рыбе не любят. Вот, ну, у кого маленькие дети, тоже хорошо. Сейчас я заброшу сюда эту макарончики. Но много бросать не буду. Сейчас я посмотрю. Так, сейчас я гляну, чтобы не было каши. Они ж разварятся еще. Может, еще немножко. Все. Все. Так.
Много бросать нельзя, потому что макароны разварятся, а потом будет каша из макарон. Все, вот так. Теперь оно поварится еще немножко. До готовности картошки. Я заброшу рыбку, петрушечку. А вот, кто любит какую-то зелень, можно любую. Но я бросаю только то, что у меня в семье едят. Я бы для себя, если бы я бы еще и кинзу сюда бросила, и укропчик, и много чего еще. Но тогда никто есть не будет, поэтому я такой делаю постный супчик. Пенку я тоже сняла здесь, вот, чтобы было красиво. Забросила сюда вот петрушку уже целую. Не нарезала так. Сейчас я ее потом вытащу. Дети мои не любят зелень здесь. Немножко так не удержалась. У меня была кинза сухая. Чуть-чуть кинула. Мне нравится. Нужен. Потом себе в тарелку больше кину. И сейчас вот закидываю рыбку сюда. Вот так. Вот. Сейчас оно чуть-чуть мне здесь прокипит. И рыбный супчик готов. Вот такой красивый. Запах вообще обалденный. Макарончики здесь вот так плавают. Рыбка. Были бы у меня грибочки, я бы сюда грибочки еще кинула. Но не купила. Закончились. Ну ладно, в следующий раз. У кого есть грибочки, можно грибочки бросать свежие. То вообще, наверное, будет бомба полная. Вот так, пускай чуть-чуть прокипит. И супчик готов. Вот такой получился супчик. Запах супер-супер-пупер. И на вкус тоже, я уже попробовала. Очень вкусный получился. Грибочков только сюда не хватает. Ну, как для меня, да. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье.